Бро, это классика. Я включаю на весь худ эту классику. И моему зло мед, будто пасека. Это лекарство для ушей после калабля, который ты пишешь. Типа, бля, себе отсюда нахуй ты пишешь. Типа, бля, займись другим делом, не надо это. Типа, выбери другой, послушайся совета. Хоми, чё как? Я на мобиле каждый день, типа, what's up? Или WhatsApp? Не, нах. Я сижу в телеграме. Эй, но это не реклама. Не реклама. И мой образ — это моя реклама. Моя реклама. Кепка НФЛ, я на этом стане. Не хочу я уходить, и я не устану. Но ты можешь расслабить. Бэби двигается, жопа, ведь ты знаешь, ты как это. For real, она реально знает. Смоки на этом блоке, он реальный. Реально любого из вас. Бич, какие еще вопросы? Какие вопросы? Расскажи мне этой ночью, что тебя тревожит. Расскажи, давай. Но утром я уйду. Я уйду. И я надеюсь, не пойду я прям ко дну. Но они так хотят. Делая дерьмо, получи его назад. И я всем его, сука, верну. Я не мститель, но я также, сука, могу. Потому что если бьют, нужно так же ответить. Так много вопросов, так мало ответов. Но и так пройду. Я продолжаю свой путь. Продолжаю путь. Это реально дерьмо, лучше на равных.